ловит рыбку в мутной воде госзаказа. Нардеп Сергей Каплин требует разобраться, насколько прозрачны торги по закупке рыбы для Нацакадемии сухопутных войск. ВУЗ заказал 12 тысяч килограммов замороженной продукции. При этом в торгах участвовали два предпринимателя. Предложение победителя отличалось лишь на 1000 гривен. К тому же, по словам Каплина, поставщик рыбы 21-летняя Виктория Казак зарегистрировалась с предпринимателем всего за 8 дней до конкурса. И успела за это время получить две рекомендации, приобрести товар, подписать договоры и успешно продать продукты учебному заведению. Не маю жодного сумніву, що це є корупція. Ми подали відповідні звернення до Генеральної прокуратури. Я уважно, самостійно, поміж правоохоронних органів, вивчу цю тему, проведу альтернативне розслідування, і ми не дамо грабувати наших пенсіонерів, український бюджет, Міністерство оборони, не дамо об'їдати і обкрадати наших курсантів, майбутніх офіцерів, тих, хто буде захищати наш суверенітет, наші кордони і наш народ. Подробности тоже проводит расследование закупки рыбы для Нацакадемии сухопутных войск. И уже завтра наш материал появится в эфире.